Самый животрепещущий вопрос для жителей Варваровки – газификация села. Чтобы завести голубое топливо в дома, необходимо построить газовую линию. Администрация города прилагает все усилия для решения этой проблемы. И, возможно, в ближайшее время дело сдвинется с мертвой точки. 20 февраля направили запрос на выдачу технических условий от управления капитального строительства нашего муниципального образования. Как только, если, значит, мы их направили к Агафонову, «Газпром», «Газораспределение», «Краснодар». Если нам будут выданы технические условия, то мы начнем тогда проектирование. Также жители пожаловались на состояние дороги, соединяющей село Варваровка и хутор «Рассвет». Грузовые автомобили за зиму разбили дорожное полотно. Этот вопрос на контроле отдела по транспорту и связи. И уже в этом году он будет закрыт. Министерство транспорта дорожного хозяйства Краснодарского края, являющееся владельцем данной дороги, на этот год и на следующий год у них запланированы мероприятия. В этом году один участок они ремонтируют, в следующем году другой. То есть до конца 2019 года они планируют восстановить эту дорогу. Провести освещение на многофункциональную спортивную площадку в Варваровке просят местные жители, чтобы молодежь могла заниматься спортом и в вечернее время. Если бы нам помогли свет все-таки сделать на детской площадке, очень нужно. Нет, школы не рядом. Это около ветзавода. Там у нас многофункциональная площадка, баскетбольно-футбольное поле. Там рядом освещение есть? Есть, конечно. Анжелика Бузунова поручила решить вопрос в ближайшее время. В Приморском сельском округе похожие проблемы. Большинство вопросов связано с энергоснабжением, водообеспечением и ремонтом дорог. В частности, жители хутора Красной интересуются, появится ли у них централизованная канализация. В водоканале отметили, что пока едва хватает средств на обслуживание существующих сетей. Новые построят при первой возможности. Вопрос централизованного канализования и водоотведения поселков там, где она отсутствует, будет рассматриваться только 2025-2033 год. Сейчас первоначально задачи стоят об обеспечении существующих абонентов стабильной бесперебойной подачи воды и тех стоков, где централизованное водоотведение имеется. Жители новых домов жалуются, что уже полгода не могут подключить электроэнергию. Есть договор на технологическое присоединение по улице Северной, 2, туда дальше. Значит, в соответствии с договором Кубанинерго обязуется в течение полугода построить, ну и в соответствии подключить. Срок истек минимум полгода назад. Как пояснил начальник анапского участка Кубанинерго Максим Снимчиков, работы задерживает новороссийский подрядчик, который и обеспечивает строительство сетей. Однако анапские энергетики возможное содействие готовы оказать. По другим важным вопросам было принято решение создать инициативную группу, в которую войдут и сами жители. Уже в ближайшую среду специалисты оценят все проблемные участки на местах и соберут повторное совещание. Руслан Душевский, Анапа регион.